Если ты попал в Госдуму по мандату от народа, ты сиди там сколько хочешь и не бойся ничего. Можешь окна бить в столовой, ехать запросто на красный, жечь дома, плевать в соседа и печатать деньги сам. А когда придут в фуражках злые милиционеры, покажи им смело фигу, а другой рукой мандат. Пусть они откозыряют и идут себе обратно. Ты им кинь в окно гранаты, чтоб шагалось веселей. Писай бурные, мучай кошек, грабь по пятницам сберкассы, по субботам тещу смело шпарь горячим утюгом. А коллеги-депутаты не дадут тебя в обиду, ведь у каждого есть теща и сберкасса, и утюг. Если ты имеешь доступ к разным всяким драндулеткам, а лежит все это плохо, хуже некуда лежит, ты не жди, когда утянут это прапорщики-воры. Ты прими немедля меры, пусть хранится у тебя. Этот правильный поступок вся общественность одобрит. И тебя за это дело непременно наградят. Ты начись поярче орден и орлом пари над миром. Это что, капуля, дура, генерал, не идиот? Если раньше было лучше исключительно тебе, убедить людей пытайся в том, что лучше было им. Это сделать очень просто с тем, кто выжил из ума. А кому отшибла память, тот возглавит орготдел. Собери толпу побольше, сунь ей в руки транспарант, дай портрет с усатым дядей и кричи про коммунизм. Если кто-то не согласен, вынес кейс мегафон, и тому, кто не согласен, дай сильней по голове. А потом кричи, что хочешь. Что? Неважно никому. Главное, маши руками и скандируй по складам. А чтоб людям полюбиться, надо правду им сказать. В том, что нет в сельпо сметаны, виноват иудаизм. Иудаизм! Если ты пришел ко власти, а назад идти не хочешь, потому что возле власти много всякого лежит, позвони по регионам. Пусть найдут побольше денег и движение хоть какое поскорее создадут. Ты возглавь движение это, позови его покраше и дави по вертикали, в хвост и в гриву погоняй. Пусть поддержат через прессу, попотеют в исполкомах. Ты ж московское начальство, а не просто хрен с бугра. И на выборах, конечно, победишь ты дилетантов, у которых ни бюджета, ни вертушки, ни газет. Был министр, стал сенатор. И живи себе, как раньше, у законной нашей власти. Много всяческих ветвей. Если ты уже однажды был начальником в России, и тебя на этом месте заместитель подсидел, ты ступай сажать капусту, выжигай по деревяшке. Уж не быть тебе начальством, можешь даже не мечтать. Удались от дел державных, окружи свой дом забором и народу в назидание на заборе напиши. Ну, забудьте все плохое. Вас ограбили случайно. Это был несчастный случай. Тут никто не виноват. Если ты такой красивый, а вокруг одни уроды,
консерваторы сплошные, прохиндеи, вруны. Не пускай к себе их близко. Отбивайся, что есть мочи. Отгоняй метлой поганой, не блокируйся ни с кем. И когда они склубятся между собою, как собаки, и когда они, как змеи, друг на друга зашипят, пусть народ российский видит, ты стоишь от них отдельно. Толку, правда, никакого. Но зато хорош собой. Если ты дороги сделал, укрепил свое хозяйство и не выглядишь дебилом и физически здоров, тут-то всем и станет ясно. Метишь, значит, президенты. А зачем народу это, когда есть уже один? Лучше плюнь на все на это. Зря не рой себе могилу и не жди, когда положат в Моссовете вниз лицом. Чтоб сложились отношения, развались скорее хозяйство, выйди с кепкою на паперть. Вот увидишь, наградят. Если сильная преступность возле дома появилась, если честно жить не хочет кое-где у нас порой, ты найди другую банду и сведи их ненароком. Пусть они друг другу мочат, ты им, братец, не мешай. Зря не лезь в чужое дело. Не рискуй авторитетом. Вдруг пристрелишь ненароком сослуживца своего. Он у нас в доске почета, хоть и в розыске 2 года. Если станет депутатом, нас помощники возьмет. Если вы из аппарата вылетели, президента, а уже без аппарата вам тоскливо одному, не сворачивайте в Думу. В Думе жесткие манеры. Тормозите в Ватикане. Папа мягкий, Бог простит. Учиться надо на пятерке, ну, в крайнем случае, 4. А если троечником станешь, или вообще получишь кол? Не обижайся на училку, отдай ей по балде портфелем и уходи служить в охрану. Там кадры позарез нужны. Там служат бравые ребята, и генерал у них чудесный. Тебя там только не хватает с твоей накачанной башкой. Что охраняешь, то имеешь. А охраняешь президента. Поэтому порви учебник и получай скорее кол. Если ты одновременно на восток глядишь и запад, у тебя от косоглазия может сделаться бобо. Ты тогда на свежий воздух выходи гулять под вечер. На одной ноге Версачи, а Анучи на другой. Если встретится прохожий, не оставь его вниманием. Молви слово по-английски и ударь его, козла. Пусть ползет за валидолом, ничего не понимая. Сам же он и виноватый. Пусть не ходит там, где ты. Если стал ты президентом удивительной страны, никогда не удивляйся, понимаешь, ничему. 2 × 2 = 38. Компас скажет на восток. Здесь царевный из лягушек, а супы из топора. Турки в Гуме, урки в Думе, коммунисты во Христе. Оттого тут, понимаешь, и реформа не идет. Так что жарь себе указы и последствий не боись. Все равно у нас в России их не выполнит никто. А хорошего захочешь, станет хуже в 1000 раз. Тут опасно править честно. Люди могут не понять. В общем,
Я в недоумении. Очень странная страна. Лет на 5 еще останусь. Разобраться, что к чему.